Как примирить врагов и детей между собой? Часто так бывает, что дети начинают вести себя как враги. Часто бывает, что ополчаются против мамы, свекрухи, тещи. Теща ополчается против зятя, если такое слово можно говорить. Или дети между собой ругаются постоянно. Допустим, муж, который не хочет принимать детей, которых он взял на воспитание. Ну и так далее. Много есть разных таких событий. Можно ли как-то это все примирить между собой? Можно. И этот метод, он тоже эзотерический, использовать его несложно. Итак, раз или первое. Представьте, будто вы видите этого человека, который ненавидит, и человека, с которым он имеет, конфликт, сына, допустим. И представьте на протяжении дня, что эти люди друг друга крепко обнимают и целуют, как Брежнев друг друга, в губы и щеки. При этом вы, как третье лицо, подходите, обнимаете их левой и правой рукой и произносите «скрепляю вашу любовь» и целуете сначала старшего в лобик, потом младшего в лобик и потом прижимаетесь к обоим своей щекой, к обеим своей щекой. Таким образом, выполняйте такой обряд 2-3 раза в день, увидите, как эти люди начнут друг к другу хорошо относиться.